И к другим темам. Трагедии едва не закончились ночные события 17 января в селе Саумалколь Айыртауского района. В двухквартирном доме, где по соседству проживала семья сотрудника миграционной службы и одинокая пенсионерка, ночью загорелась крыша. Рустем Карым незамедлительно эвакуировал свою семью из горящего дома. Зная, что по соседству живет пожилая женщина, он бросился на помощь. Забрался в охваченную пламенем квартиру и вывел обессилевшую пенсионерку. Оперативно прибывшие пожарные потушили огонь, однако спасти кровлю полностью не удалось. Сельчанка поблагодарила чуткого полицейского в письме руководству районного отдела полиции и областного департамента полиции в социальных сетях. А сам 27-летний лейтенант полиции Рустем Карым уверен, что каждый офицер поступил бы как он. Потом я незамедлительно побежал к дому соседки, которая проживает одна. К двери я подойти не смог, так как горела вот эта стена, но здесь комната была. Полностью. И побежал к окошке, она с той стороны находится. Разбил окно и через проем окна спас соседку, на себя закинул и на себя вытащил пенсионерку.